Всем доброе утро. Сегодня мы в Сент-Мартин, остров. Мы в том году были. Мы тогда с Бордо летели Бордо-Франкфурт, Франкфурт-Сент-Мартин. Из Сент-Мартина с порта у нас был круиз на МСЧ только, яхт-клуб, тоже по Карибам. Ну, в этом году, получается, вчера мы были Святой Томас, Сан-Томас, сегодня Сан-Мартин. И вчера день сурка, Рояль Карибис, Карибен. Вчера тоже был в порту Сан-Томас. И сегодня он тоже с нами здесь. Сегодня мы в тот раз брали экскурсию, а сегодня поедем на французскую сторону, на такси. Это все экскурсия, люди ждут, которые поедут. Мы сами уже были. Немножко еще. Тоже очень красиво здесь. Город. Как называется? Мариго. Мариго едем. Мариго. Какая красота. А, это цветы на голову. Вообще не пахнут. Sorry, I just want to smell it.
вообще, это которые на голову я одеваю. Вообще не пахнет, но очень красиво. Да. Okay, I will come now. See the guy in the groom shot there? See the guy there? Yes, guy with us. Speak with him, speak with him. Okay, thank you. Чем почем? Ты помнишь, мы здесь принесли воду? А, да. Окна затонированные. Ой. Почем? Тут никогда не пишется, какая цена бензина. О, здесь никто написано нет. Я вспоминал, никогда не пишется. So we are in the French side now. Okay. Ah, okay. Yeah. Еще нет. Да есть. Ну мне кажется, она французская дороже, даже. Дороже. И налоги другие. И так как во Франции? Понятно. Вот. Bienvenue en partie française. Мы во Франции. На французской стороне. А смотри, тоже самое такое? На французской стороне и сразу отличие. Смотрите, какие дороги шикарные. Две минуты назад дороги были как-то так. Добро пожаловать во Францию. Налоги. И налоги сразу. И дороги. Да, все бренды. Да, все как во Франции. Как во Франции, прикольно. Только что были. Монопри, смотри. Да, магазин да. На продукт. На голландской границе мы были. А сейчас на французской. Мы же на одном острове. Две стороны. И колорит, конечно, аптека. Разница. Смотри, все как во Франции. Да.
и номера французские. Прикольненько. Даже есть цвет головы там французский. Круто. Там больше цивилизованно, да? Угу. Меньше бардак. Ну, все равно дома уставшие. Да, но если сравнивать там... Не, ну да, небо и земля. И здесь дорого, да? Да. Недвижимость. Ну, короче, все как во Франции. Плюс налог, потому что здесь... Ну, а куда без него? Ты платишь... За воздух тоже платишь, за все платишь. Но радует дороги только. А здесь все на евро. Здесь все в евро. Да. Мы уже в Париже. Французские номера. Yeah. Everything like in France. Really. Yeah. We live in France. I said, pull it up to the top. Okay. Take these steps to go to the top. If you want to go to the top, you can go to the top. You can go to the top. Thank you. Да, все на французском. Ребята, мы заплатили $16 на двоих. Здесь получается, чем больше 5 человек, тем меньше платишь. Так $25 на двоих, а так по $16, если больше 5 человек в такси. Набережная. Мы можем посидеть здесь. Нет, я хочу в бар пойти. Давай где-то на набережной сядем. Можно покурить. Ой, только в тенек, Зай, пожалуйста. Акула. Акула. Рис, салат. Креол, рис. Соус. Банан. Креветки с салатом. Паджамайка. Паджамайка. Погуляли. Идем на лайнер. Ва, нагулялись. Сколько шагов, наверное, сделали? Очень много.
Давай, Сережка. Нет, я сейчас возьму. Давай. Thank you very much. Вау. Вау. Сандом.